Доброго времени суток. Смотрите, вот мне выдали сегодня такой набор Squad Battle за 400 тысяч на Hell Players Pack. Мы сегодня его открываем и посмотрим, что же там выпадет интересного. Hell Players Pack. Погнали, смотрим. Burner 81. Cole Coughlin. Дилан Дуб. Дункан Кейт с Дэна Чара. И Шон Кутюрье. Фиолетовая карточка. Которую можно поменять на 5 коллекционных предметов. Спрашивайте, откуда я коллекционные предметы беру. Вот такие игроки выпадают. Вот я их меняю на коллекционки. Джон Леклер. Легенда. Филадельфия Флайерс. Ник Бонино. Все, берем Шона Кутюрье. Сразу покажу. Когда спрашивают, где коллекционки брать. Вот я захожу в обычный набор. Ну, наверное, это понятно. И вот здесь есть такая опция. Она еще будет 3 дня 11 часов активно. Добавляю сюда 87-го игрока. Мне дают 5 коллекционных предметов. Она... Сейчас скажу, на сколько. На 7 можно уже купить игрока чемпионата мира. И на 7 также можно купить какого-то интересного игрока. Типа Тавареса. Коскинин еще остался. И Малкин. Так что так. Все, ребят, спасибо за просмотр. Пока-пока.